Сызрань по платной трассе, по новой, которую Владимир Владимирович открыл. Покрытие хорошее. Это, вы представляете, есть даже остановка для отдыха и туалет. Видите, благоустроенные беседки, столики, можно посидеть, отдохнуть. Молодцы. Туалет, правда, инвалиду закрыт. Привезли матушку. Спасибо, Маша. В горизонт, санаторий, сосновый лес, ели, велосипеды. Не закрылась дверь. Пойдем устраивать. Кроватка. Почему? Все можно. Можно. Мыло натуральное. Туалетная бумага дешевая. Пожалуйста, регистрируйся. Кино можно смотреть. Как вас зовут? Любила. А меня Татьяна Сергеевна. Да, Таня, господи, что ж ты? Сушилка для белья. Татьяна Сергеевна. Да, Таня. Не слушайте вы ее, она просто учительница. Я учительница. Я поняла уже сразу. Вот. Видите как? Ну, как человек представляется. Ну, это привычка профессиональная. Ну, смотрите, шикардос. Да. Слушай, шикардос. Выезжай, слушай. Катюша, присутствуй. Я не знаю, как ты в эту ванну будешь ходить. Я не буду в ванну ходить. Это... Я не вожу, что ли? Вот так. Такая коридорная система. Холодильник. На всех. Путевка по линии Фонда социального страхования. ФСС. Первая номера. Витраж. Смотрите, какой красивый тут зимний сад. Обалденный. Посмотрите. Даже как-то прохладно. Микроволновка есть. Библиотека, диванчики, вполне все прилично и уютно. Вот он, купеческая Сызрань. Новые окна, старые а-ля кариатиды начала 20 века, 19-го не может. Но все обвалилось. А мы идем в столовую номер 6. А где номер 1? Тем внимание, наш полуобед из двух блюд всего 309 рублей. А, ну некоторые еще два кусочка хлеба. Показал антураж столовую. Посмотрите, какие старинные люстры из 90-х. А это уцпусунели или красный перец. Соль крупная, йодированная. Витражи. Боже ж ты мой. Там, кстати, есть банкетный зал на две персоны.